На Кубани стабилизируют стоимость хлеба. Чтобы уменьшить стоимость подорожавшего хлеба, Краснодарский край направит около 220 миллионов рублей. Стабилизировать стоимость планируется к середине 2021 года. Власти объяснили подорожание хлеба тем, что предприятия производят продукцию высокого качества и закупают качественное сырье, в частности пшеницу, стоимость которой привязана к мировому рынку. Но при этом отмечают, что хлеб – продукт социальный. Чтобы не допустить роста его стоимости, предприятиям будут направлены субсидии на возмещение части затрат. Старт заявок на получение субсидий Министерство сельского хозяйства запланировало на вторую декаду 2021 года, добавили в краевой администрации. А я напоминаю, что спонсор выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104.